той темы. Была как-то заявка на ремонт тумана, что-то поехал, не помню, какая-то проблема с электроникой была, ну, короче, не брызгал. Полдня проковырялся, не вспомню, что уже было, но что-то я сделал, что-то я перепаял, короче, к концу вечера опрыскиватель запустил, к концу дня. Проверил, с водой покатались, все, акты подписал, уехал, опрыскиватель работает. На утро мне приходят фотки, стоит туман 2, и этот туман 2, у него разорванные шланги, в хламину сзади волокутся на шлангах, на трубах, то есть... Я сразу в панике, потому что эти фотки пошли и на завод сразу, и всем, кому не попадя, разослали. А у меня двойная паника от того, что последний я ремонтировал туман, я сразу, я не могу понять, что я там накосячил, потому что вроде электрику ремонтировал, вроде что, я думал, может, рулевая у него еще. Я не знал вообще, что думать, что-то произошло. В итоге к обеду кое-как выяснили, потому что, ну, надо было выяснить, в чем причина, уже выехали туда ребята, наверное, смотреть, я не помню, как это было. Короче, по факту, что было? Они поехали вечером опрыскивать, нормально все работало, нормально все опрыскивали. В какой-то момент у них закончилась водка. А на чем за водкой ехать? На тумане же, на чем же еще? А что сложить штанги на тумане надо? Все забыли про это. И в какой-то момент остановил мост. Просто вот как на тумане ехали, мост сложил штанги назад, и они сзади так и проволоклись. Я не знаю, за водкой доехали, не доехали. В итоге этот туман нашли на поле потом. И уже отфоткали, начали фотки рассылать. Вот такая вот ерунда бывает. Зачем на тумане за водкой ездить? Я не знаю.